Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас на своем канале. Хотите знать о куркуме? Многие наверняка слышали об удивительных лечебных свойствах этой желтой специи под названием куркума. Поможет вам вылечиться от множества болезней. В корневищах куркумы содержатся витамины, минералы, масла и, конечно же, красящие вещества – куркуминоиды, главный из которых является куркумин, так как он один из сильнейших антиоксидантов в природе. Сколько же куркумы необходимо принимать ежедневно? Суточная доза куркумы в целях профилактики и интенсивного лечения составляет 1 столовую ложку без горки, это 5-7 грамм, один раз или несколько приемов, независимо от еды. Прием специи натощак имеет очищающий и желчегонный эффект. Для более мягкого воздействия нужно принимать куркуму во время и после еды. Для пассивной профилактики достаточно будет щепотки куркумы ежедневно в течение нескольких лет. Вот что следует делать для того, чтобы улучшить усвояемость куркумы. Первое. Сочетайте куркуму с рыбьим жиром и лецитином, яичный желток, молочные продукты, печень. Второе. Смешайте куркуму с оливковым маслом и щепоткой черного перца. Перец будет увеличивать всасывание куркумы в несколько раз. Третье. Используйте активно куркуму во время приготовления пищи. Именно при высокой температуре будут раскрываться все целебные свойства специи. Добавляйте куркуму в рагу, к супам или подливке. Вот несколько способов использования куркумы. Ваш плов приобретет насыщенный желтый цвет, если вы будете в него добавлять куркуму. Добавляйте куркуму в чай и молочные коктейли. Щепотка куркумы станет прекрасным дополнением к тушеным овощам, особенно капусте. Используйте специю в супах. Добавляйте щепотку этой специи в яичницу или омлет. Куркума раскроет вкус картофеля, запеченного в духовке, и цветной капусты. Принимайте осторожно куркуму при желчекаменной болезни, острой язве желудка, беременности и циррозе. У вас индивидуальная непереносимость, откажитесь от использования этой специи, а после приема большой дозы куркумы может появиться расстройство и понос. Всегда наслаждайтесь вкусом блюд, приготовленных с использованием куркумы. Понравилось видео? Делитесь знакомыми, друзьями, ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик. Благодарю всех за внимание. Всем пока!